УАЗик рулит! Вот здесь вот, какой год был? 2000... Нива рулит, когда мы проводили? 2012 год. Нет, 13. Здесь вот Нива Толмаковых. Вот так вот. Кто еще? Вон Гриша. Гриша. Если что, залазьте в яму. Окно закрой только. Уже не услышал. А, давайте проведем дополнительный еще зачет. Да, сколько мы денег потратили на эти ямы? Да, да. Заглох, что ли? Бобик сдох. Не, Бобик умеет, он может. Не, Хантер вещь, что сказать. Вот. Ну, материал какой-то сильный, бокаун, блядь. Затерки есть. Смотри-ка, низкий. О, легко проедет, гелик проедет, легко. Отойди чуть-чуть. Надо ее углубить, тебе не кажется? Нет. Следующий. А патриот может? Что-то оно это мелкое какое-то. Она спросила. Задняя правая. Отлично, да? Подожди, мы свой багги сделаем, я вам покажу. Что-то слава, патриот не может. Но я его в эти, блядь. Не прошел. Че ты позоришь российскую технику? Thank you.
Следующий. Да ладно, не может быть. Не может быть, как так? Так, блокировки нет, два колеса. Как так? И это не считается. Вы согласны? Следующий. Это не считается. Еще давай. Зачет. Не зачет. А че он не вылез? Так обидно даже как. Это ж патриот. Я думаю, что Нива вот здесь должна быть. А где Нива? А вон стоит Нива. Вот двое стоят. Дэн, запусти свою. Че ты очкуешь? А че ты же ее сделал? Денис. Баги, зови баги. Вон это баги. Ну тонет. Ребят, баги, вон это позовите сюда. Не, далеко. Время пошли считали. Опа. Еще раз. Еще раз. Будем брать. Опа. Давай, Рексон. Нет, ты не туда. Сюда. Вы 8 марта приезжайте. Да? 8 марта здесь... Мероприятие мощное будет. Мощное? Да? Очень мощное. А что за клуб будет? 8 марта будет. Бабы за рулем. Очень мощное. Там ювелирный завод спонсор. М-ювелир завод спонсор. А где записываться? За ногу! Ты представь, как он меня намочил! Цель лох, наверное. А, заезд? УАЗик тентованный! Трехцилиндровый. Трехцилиндровый! Трехцилиндровый УАЗик. УАЗик. Мы свой дом забыли, видишь, Миша? У нас это, пороги не товарит еще. Мы здесь воды нахлебаем. Сделаем, потом приедем. Вот, у нас был вверх на этот УАЗик. Я думаю, он даже не прочувствует эту ямку. Даже на трех цилиндрах. Ай-яй-яй! Слушай, походу рулевой тягой бьется в этот сам. Не. Колесо, да?
Ага. Синяя. Да, 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 да. Вот здесь тогда была чуть больше яма, мы специально все это копали, делали, и она вот здесь тоже, по-моему, дохалась, честно говоря. Да, да. Вроде бы ничего особенного. А лед? Не, они не во льду делали, не. С блокировками любой дурак может, да? С блокировками любой дурак сможет. Дэн, что скажешь? Скажу, что сегодня 1 число марта, первый день весны. То, что классно потренировали сегодня девчонок 8 марта. Все будет супер. 8 марта, что будет 8 марта? 8 марта мы проводим традиционный Леди Триал уже 5 лет. Так что в этом году все будет отлично. Наш спонсор М-Ювелир. Генеральный. Что мы будем дарить победителям? Победители получат призы от нашего генерального спонсора М-Ювелир. Ювелирные изделия. Да, это отличные ювелирные изделия от Московского ювелирного завода. Да, Московский ювелирный завод М-Ювелир. А также девчонок ждет много других сюрпризов. Потому что у нас много новых партнеров, которые тоже сказали девчонкам сделать очень приятно. Им понравится. Да, им понравится, и нам, думаю, тоже. Всем понравится. Да, с днем рождения тебя. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Будет все. 44-й пошел, да? Да. Не, это серия. Хорошую яму мы выкопали. Пойдем. Надо ее углубить. Надо будет ее использовать 8 марта.